В общем, всем привет, дорогие друзья. Решил, значит, сделать вторую часть по видосу, в общем-то, как установить на компьютер Games for Windows Live. Это получается, когда игра у вас требует его. То есть, допустим, если как Capcom, или как там, кто там делал эту игру, я не помню, поленились и не вырезали, в общем-то, Games for Windows Live. Соответственно, такая же проблема у меня была в прошлый раз, но сейчас уже решение проблемы этой совсем другое. Мне писали вот в комментариях. Ну и плюс я как бы сам недавно решил снова поиграть и столкнулся с той же самой проблемой, что, в общем-то, у меня игра не запускается. Сделал все так же, как делал по своему тому же ролику. Не помогло. Печально подумал я, но, в общем, решение я снова нашел. В общем, на этот раз ничего на компьютер устанавливать не нужно. Ссылка будет в описании, переходим на вот этот вот сайт. И здесь все, что нам нужно, это лишь скачать xlive.dll для 64 бита, либо для 32, смотря какая у вас система. Так, с чего мы вот этот файлик берем и перекидываем в корневую папку с игрой. То есть, чтобы перекинуть это, несложно на самом деле. А для этого, я не помню, как часть нам нужно... Да, вот поставить локальные файлы. После чего вот сюда, вот эту штучку мы перекидываем. Этот файлик, который мы скачали. Просто открываем, получается, управление, посмотрим локальный файл, он открывается полностью файл с игрой. Сюда мы с архива перекидываем файл xlive.dll, а после чего запускаем игру, и, соответственно, игра запускается без каких-либо намеков на вылеты. Так, если у вас не получится по этому методу, то все-таки скачайте еще Games for Windows Live, ссылка также будет на него в описании, можете скачать, поставить. И плюс ко всему этому, скачайте xlive.dll, вот в таком случае будет работать вообще безукоризненно, как говорится. Не знаю, на самом деле, как работает это все на других играх, но у меня на Resident Evil 5 все идеально работает и пашет, на самом деле. В общем, всем спасибо за просмотр, господа. Ставьте лайки. Да. Всем удачи и всем пока.